друзья, у кого есть рублей 500 долг, мы вернем. У нас тут музыканты так наотмечали юбилей Ивана Соколова, что всех нужно полечить. Кстати, YouTube Plus, есть еще YouTube Чиба у нас в музее. И YouTube Ивана Соколова. А вот кроме собачьего корма ничего не осталось. В музее все хотят пива.